Выступление Анны Нетребко признали украшением венского бала. Оперная певица открыла одно из самых престижных мировых культурных мероприятий. Знаменитая сопрано исполнила вальс «Поцелуй» Луиджи Ардити. В завершение Анна с мужем исполнили дуэтом отрывок из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Сама Нетребко позже призналась, что немного нервничала перед таким важным выступлением, хотя открывала это мероприятие уже в третий раз. Отметим, что венский бал – крупнейший в мире и один из самых знаменитых. Его даже внесли в культурное наследие ЮНЕСКО, открывать такое мероприятие – большая честь.